Шоу. Если Украину сравнить с игрой «Монополия», то политики — это фишки, МВФ — это банк, а кубики — это народ, потому что нас постоянно кидают. Итак, представьте себе, МВФ выделил очередной транш, и в кабинете министров решают, что же с ним делать. Господа, на улице глубокая ночь. Вы все очень устали. Вам нужно отдохнуть. Езжайте домой, а я еще поработаю. Ой, и что вы думаете? Мы купимся на этот дешевый трюк второй раз? Мы здесь трое суток уже сидим. Сейчас уходить вообще не вариант. Да, раньше мы в 6 вечера домой уходили. Ну, раньше нам и безналом перечисляли. Господа, давайте направим эти деньги в бюджет. На дороги, школы, инфраструктуру. Классная шутка, работает каждый раз. Слушайте, а может быть это проверка? Может быть они меченые? Может это все подстава? Да успокойтесь, разберемся сейчас. Ну что ты делаешь, ну? У меня от меченых сыпь. Сейчас проверим. Ну? Вроде нормально. Та ёкало мене, мля, надо Ядрит Мадрид, вот это все хап и нах! Министр культуры. Держите себя в руках. Это ж никаких нервов не хватит. А народ еще жалуется. Сидит себе дома перед телевизором, пивко попивает на диване. А тут сиди, ломай голову, мучайся. Да. Слушайте, а как мы в прошлый раз делили? Так в другой раз другие люди были. Ну так давайте им позвоним и спросим. Они трубку не возьмут. У них роуминг очень дорогой. Послушайте, господа, вы знаете, какая критическая экономическая ситуация в стране. Девальвация национальной валюты постоянно растет и растет. Нужны реформы медицины, реформы образования, декоммунизация, реформация. Так не спать, не спать! В прошлый раз-то денежки так и пропали, да? У меня есть одно дельное предложение. Давайте я сейчас возьму все деньги. А через год я вам их верну со 100% накруткой. Ну. Мы же с вами знаем, что через год здесь будут сидеть совершенно другие люди. А может, как министерство расписывали, так и... Хватит! Я с вами уже играла на раздевании. У меня есть письменное предложение. Согласен. Не против. Стопудняк. Что значит лысому ничего не давать? Что за... Я просто предложил, что такое? Господа, ну если мы не можем их поделить, давайте отдадим старые долги. Предлагаю исключить этого идиота. Давайте мы все успокоимся, пойдем покурим, и потом вернемся и продолжим. А? О, министр здравоохранения дело говорит. Погнали. А я не курю. Вот что ты за человек такой гнилой, а? Слушай, я вообще не понимаю, почему вы единолично сами все решаете? Мы живем в демократическом обществе. Давайте проголосуем. Да, я согласен. Давайте проголосуем. Давайте. Кто за то, чтобы уволить этого идиота? Единогласно. До свидания. Чеши ногу об дорогу. Я уйду. Но я буду жаловаться в суд. Да-да, давайте. Вот там вот в коридоре сидит судья, ждет свою долю. Вот ему и жалуйтесь. Ага. На самом деле, как надоели уже эти дерибаны, эти ночные дележки. Да. Хочется как-то... Это все решать по-человечески, да. Цивилизованно. Да. Алло! Вы чего? Извините, рефлекс. Что вы делаете? Что со светом, я не понимаю. Извините, рефлекс.
по домам? Да. 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 Хорошего выходного. Да. Спасибо. Стойте! Украине выделили еще 1 миллиард. Опять до ночи сидеть? Я вам песенку спою про миллиард. Эти деньги нам дает Кристин Лагард. Коммуналка дорожает, пенсионный повышает, чтобы спела я про миллиард. Миллиард нам дают. Помиритесь, те, кто в ссоре. Миллиард все так ждут. Приготовили офшоры. Миллиард, миллиард. Будем петь и веселиться. Проведем мы гей-парад, чтоб в Европу попроситься. Миллиард, миллиард. Это очень-очень много. Жаль, не хватит на дороге. В часах будет 12 без пяти. Без пяти? Миллиард уже, наверное, в пути. Он в пути. К нам зайдет он очень скоро. Миллиард нам этот дорог. А потом попробуй нас найти. Миллиард все так ждут. Вот уже он в Украине. 5 минут пробегут. И уже нет половины. Как же так? Как же так? Как без нас все поделилось? Вот опять в стране бардак. Некрасиво получилось. Милый друг, поспеши. Зря терять минут не надо. Всем не хватит миллиарда. Есть у фонда к нам конкретный интерес. Наконец решить проблему НДС. Все сложнее эти схемы. Поделитесь, те, кто в теме, и верните людям, наконец. Миллиард к нам придет, и народ наш будет счастлив. Вот сидит паренек, он украл всего 100 баксов. Всего 100? Целых 100! Но ведь это же немного. А украл бы миллиард, уже вышел по залогу. Это мало. Он на правильном пути. Мы так тоже начинали. Надо дать еще шахтерам и врачам. И немного заплатить учителям. Но пока вы тут шутили, миллиард мы поделили. В Новый год еще один дадут. Миллиарды летят в Украину, словно птицы. Как потом отдавать? Надо нам остановиться. Миллиард, миллиард. Снова в двери к нам стучится. Как же тут остановиться? Мужчины и дети, мы самое доброе шоу на свете. Дизель-шоу. Кого? Дизель-шоу. 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 Мы здесь веселимся и всех веселим. Дизель-шоу.